Всем привет. Меня зовут Алексей. Я сейчас нахожусь в городе Риме. И у меня возникла идея создать канал на Ютубе, в котором я бы смог рассказать вам о том, как живется обычному парню из Украины, который приехал сюда в поисках новой жизни. И я постараюсь описать все плюсы и минусы проживания здесь. Немного рассказать об инфраструктуре города, о том, как живут эти люди, что, чем они отличаются от нас. И надеюсь, вам будет интересно. Поэтому подписывайтесь, особенно те, кто меня знает, я думаю, это будет особенно интересно. Для движения маршрутных транспортных средств в Риме существует выделенная полоса, поэтому они не стоят в пробках. По этой узкой колее ездят автобусы, трамваи, скорая, милиция, такси и трамваи. Ух ты, господи, как он близко подъехал. На многих остановках в Риме расположено информационное табло. На них вы можете увидеть, сколько времени осталось до прибытия каждого из автобусов. На новых станциях метро нету водителей вагончиков, поэтому можно ехать в первом вагоне и смотреть вперед.